Здравствуйте, друзья! Сегодня будем делать необычный смузи а-ля десерт. Вероятнее всего, вы не могли не заметить шествие семян чиа по планете. Они попадаются все чаще, то в заводской упаковке йогурта с новым вкусом, то в медицинской телепередаче, в посте популярного блогера, выпечки, ПП-десертов. Мне стало интересно, почему. Оказывается, семена чиа, известные также под названием шалфей испанский, имеют давнюю историю и весьма любопытный состав. Их традиционно употребляют в пищу жители некоторых стран Латинской Америки, особенно Мексики, а также на юго-западе США. Кодекс Мендоса свидетельствует, что чиа были важнейшей частью культуры ацтеков. Воображение сразу рисует такого воина-индейца, берущего с собой в поход мешочек с этими семенами. Они содержат в себе витамины А, С, Е, В1, В2 в большом количестве: калий, кальций, магний, фосфор, селен, цинк, антиоксиданты и омегу-3. Кому они противопоказаны? Людям, склонным к метеоризму, запорам и аллергиям. Они художественно присутствуют на с вами в кадре. Всем остальным людям милости просим с одной лишь оговоркой, без фанатизма. Семена чиа крайне калорийны, поэтому их употребление следует ограничить 1-2 столовыми ложками в день. Как хранить семена чиа? Как любой продукт, который содержит в себе омегу-3, его следует хранить в сухом, темном месте. Поскольку я регулярно принимаю витамины Nutrilite, в частности омегу-3, из глубоководных рыб, то я для себя ограничила потребление семян чиа 1-2 чайными ложками в день. Благодаря пектину, входящему в состав семян, взаимодействие с водой они увеличиваются в размере в несколько раз. Я замочила семена в теплом молоке, оставила на 3 часа. Для приготовления смузи буду использовать ножевой блок с перекрестными лезвиями из нержавеющей коррозийно-стойкой стали. Такой блок способен измельчать твердые продукты и подходит для приготовления смузи, коктейлей, детского пюре, закусок, соусов, блюд, которые содержат жидкость или требуют добавления воды. Большую емкость на 700 мл, мощный мотор блендера iCook. Сами по себе семена чиа не имеют какого-то специфического ярко выраженного вкуса. Поэтому для придания моему блюду сладости я использую сегодня бананы. Для увеличения пользы протеиновый порошок Nutrilite с полноценным белком и незаменимыми аминокислотами. Давайте дадим чуть-чуть поработать блендеру. Итак, смешиваю ингредиенты в большой емкости сегодня. Семена чиа у меня постояли 3 часа в молоке. В размере увеличились примерно в 2-2,5 раза. Добавляю бананы. Жидкости сегодня много, поэтому бананов я беру тоже побольше, 3 штучки. Добавляю протеиновый порошок.
достаточно плотно. Должна убедиться, что она не протекает, вода не выливается. Теперь ее можно поставить и повернуть, и включить блендер. Вот такая вот смесь у меня сегодня получилась. И я решила продолжить эксперимент. Часть полученной смеси я попробую сейчас вместе с вами. Это я попробую прямо сейчас. А вторую часть я совсем немножко присыплю какао. И поставлю на несколько часов в холодильник. Прошло 4 часа. Вот как-то совершенно неожиданно для меня. Мне получилось такое вот. То ли суфле, то ли мороженое. Ребята, это вкусно. Очень рекомендую. Приятного аппетита. До свидания.